Слава Украине, приветствую от Полонского, ребята. Сегодня ночью была одна из самых массовых атак по Украине за все время войны. Против нас э, российские фашисты использовали 160, 150, а 151, 151 э, крылатую баллистическую ракеты э, "Шахеды". То есть, э, скажем так, это уже Скажем так, ракета, извините меня, атака была сродни тем атакам, которые неслись, помните, в феврале, в марте позапрошлого года, да, когда вот приблизительно. И даже для 2022 -го года это довольно большая атака. Одна из самых крупных. Я помню 2022 год, я, у меня сейчас нет передо мной данных, но тогда ну, крупными считались атаки, когда по нам летело порядка сотни ракет. Тогда шахедов еще не было. Вот, но шахеда это тоже дура, на которой 40-50 килограмм динамита, то сами понимаете, подъезд складывается от такой, да, от такого, от такой дряни. Вот, и атака была комбинированной. Чтобы вы понимали, по нам летело одновременно 63 шахеда. 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет «Х-101», 5 крылатых ракет «Х-22», это противоавианосцев, против, против такой ракетой, кстати, расисты сложили жилой дом в Днепре когда-то. Пять крылатых этих Х-22. 7 аэробаллистических кинжал. Две ракеты Х-59. 22 зенитные ракеты, переделанные С-300 и С-400. То есть это просто было такая, знаете, комбинированная атака различных средств поражения с тем, чтобы разбить в данной ситуации нашу энергетику. Ну, как-то они поздно это начали, они должны, по идее, они рассчитывали, наверное, это сделать зимой, вот такого плана атаку. Но вот получилось в марте, когда это уже, скажем так, как мертвого припарка. Тем не менее, они поразили довольно большое количество, не хочу перечислять, все именно, но довольно большое количество наших электростанций, подстанций и так далее. В том числе, например, Днепровскую ГЭС, с тем, что разбили там один из машинных залов. Будет ли она работать, пока неизвестно, потому что, скажем так, одна из ракет взорвалась в машинном зале. Представьте себе, какие там повреждения. Конечно, на России сегодня праздник, они очень довольны. Ну что, у нас в настоящий момент много людей без света. Ситуация напоминает много потребителей без света. Речь идет о сотнях тысяч потребителей по всей Украине, которые остались без света. Ситуация напоминает 22-й год, когда они по нам стреляли таким количеством ракет. Но я вам скажу так, мы тогда пережили, мы тогда не были готовы к этим вопросам. Помните, прекрасно, у нас не хватало. У нас не хватало дизель-генераторов, если чтобы на замену. У нас не хватало ремкомплекта. У нас этого всего явно не хватало. В настоящий момент нам всего явно хватает. Я имею в виду те, то, чем заменить, как заменить, что делать в такой ситуации. Во-вторых, Во тогда у нас не, скажем так, не была подготовлена сама энергетика к моменту удара и попадала ракета в одной части, вылетала в другой части, как говорится, просто потому что не было готово. Сейчас эти все вещи уже проработаны, поэтому, скажем так, ну, будет минимизирован ущерб. И очень быстро это все запустят опять. Просто из-за степени готовности к подобного рода удару. Надо сказать, что это второй удар за два дня. Это серьезно, только удар был по Киеву, мы помним прекрасно. Да, но вот второй удар по всей Украине пришелся. Значит, что тут у нас получается, что мы сбили? Сбито 35 крылатых ракет Х-101, 55 дронов было сбито и 2 управляемые ракеты авиационные Х-59. Это было сбито. Вот. Но много долетело, да. Тут нечего скрывать. Получается, мы сбили 92 цели из 151. Ну, представьте себе, раке... то есть это большая большой доля того, что прилетело. Добьются ли расисты хотя бы чего-нибудь этим делом? Абсолютно ничего не добьются. Часть уже, кстати, восстановлена энергетики, часть будет восстановлена сегодня-завтра. Это все придет в норму. Вопрос: что делать? Что делать? Ответ однозначный. Домбить бомбас. Это, то есть, ну, я, я шучу, конечно, сейчас. Но надо, надо и врезать так, чтобы, чтобы запомнили надолго. Тут без вариантов. Понимаете, Россия, это, это страна бычара. И она понимает, извините меня, но по-другому даже и не скажешь. Только ломом между буркал, да? Вот по-другому просто и не скажешь. Вот. Поэтому э, надо абсолютно жестко э, и, как говорится, и беспринципно подойти к этому вопросу и просто уничтожать э, законные во время войны объекты на абсолютно на все. Вот это мое мнение. Я, я почему-то думаю, что наше руководство думает абсолютно так же. Вот. Еще один такой, знаете, моментик очень интересный. Э, у нас был тут Салливан, и он э, слезно просил не ударять по российским объектам энергетики. Ага, ща. Бо видите ли, это вызовет, это вызовет, повышение цен. Это вызовет повышение цен на мировом рынке, потому что Россия является одним из главных поставщиков нефти на мировой рынок. А тут она может прекратить. А это нежелательно Байдену в выборы. Ну, как замечательно. Мы еще будем на выборы американские. Ага, сейчас смотреть. Что желательно, что нежелательно. Ну да, ну конечно. однозначно посмотрим. Особенно, когда Америка нам не помогает. Вот это как раз пришел. Вот понимаете, американцы тоже должны понимать такую очень простую вещь. Вот когда ты что-то вносишь, помогает, ну вот реально, я понимаю, что они сейчас через кого-то пытаются какие-то обходные схемы находить, и т.д., и т.п. Но э, когда ты великая страна, ты решаешь вопросы. И не по капле, не по 30 абрамсов, а решаешь вопросы. А потом, конечно же, ты можешь в ответ что-то мм, попросить. Ну, такова политика, такова жизнь. Когда ты в течение э, ноября, декабря, января, февраля, марта, пять месяцев говоришь, мы с Украиной, мы бла 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 мы тоже скажем бла-бла-бла, и завтра нахрен взорвем еще полдесятка заводов. Вот и все. Потому что нам начхать, извините, но нам начхать на ваши выборы. Извините, нам начхать на вашу политическую борьбу, это нас не касается, это ваши внутренние дела. Не собираюсь я вмешиваться э, между двумя геронтами. Э, один, баб, кажется, бабушка, этот самый, одуванчик божий, второй взбесившийся павиан. Ну, не собираемся мы туда вмешиваться, это ваши дела. Это ваши дела. Как, как у вас выборы будут, так они и будут. Вот. Но вмешиваться и, как говорится, диктовать свои условия может только великая страна. А вот они а страна, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да? Вы меня поняли. Поэтому, с моей точки зрения, нужно усилить удары по российской нефтянке однозначно. Более того, давайте вспомним: у них есть масса нефтепроводов, газопроводов. Это, это легитимная цель во время войны. И самое главное, мы не ударяем по ними американским оружием от слова вообще. Вообще не ударяем. Все оружие, которое мы используем в данной ситуации, это украинского производства. Так что, ну, вы меня поняли, что я имел в виду и куда я кого послал. Вот так. Да, значит, э, нужно абсолютно критически, критически необходимо, чтобы были усилены наши удары по критической энергоструктуре и прочим объектам законным фашистской федерации. Вот. И только это они понимают. По-другому никак. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Будапештского меморандума нету. Где Будапештский меморандум? Его нету. На него все забили большой хрен. Ну, значит, и все остальное вокруг Будапештского мем меморандума ну, вот, собственно говоря, вот тут на том же хрене, да, который забили. Надо восстанавливать статус-кво. Тем паче, что у нас есть для этого абсолютно все, абсолютно все возможности технические, да. И особенно, скажем так, грязное нечто можно сделать очень быстро. И пускай на нас обижается, кто хочет и как хочет. Потому что пришла пора просто всех послать на хэ. Вот. То что, то, что мне кажется, например. Вот хватит сюси-пуси, да, мы будем, мы будем здесь вас, к вам прислушиваться, мы будем там к вам прислушиваться, идите лесом. Все дружным коллективом мы будем делать только то, что нам нужно.